Добрый день, мои дорогие зрители. Вот я сижу на Виа Рома. Это как наш старый Арбат в Москве, где только для пешеходных. Какая собачка, как баран, как барашек. Красивая собачка. Решила я взять мороженого, потому что я сегодня обедать не буду, потому что вчера ужинала немножко поздно, к 10 часам после терми в Кофлер. Съела тальята ди мясо с рукола, с помидоринами, с формаджо грана, с сыром грана и бьонда, пиво бьонда медиум. Поэтому сегодня надо держать диету, особенно из-за пива, потому что редко пью пиво, хотя говорят, что пиво для женщин полезно. Один стакан пива в день – это очень полезно женщинам, что там какие-то экстроджены есть в пиве. Как говорится, один бокал – это лекарство, а 2-3 бокала – это уже яд, да. Надо знать во всем меру. Вот взяла, я люблю белые мороженые, потому что мне кажется, я взяла фьорди латте, как наш пломбир советский. В советское время были натуральные мороженые. Я даже жила рядом с фабрикой молочной, и там продавали в стаканчиках за 10 копеек. Мороженое пломбир. На всю жизнь запомнила вкус натурального мороженого. Иногда покупаю пломбир в русском магазине на стационе на вокзале Падуя, где русские продукты. Один раз в месяц хожу в русский магазин, когда ностальгия наших советских продуктов. Особенно сметана, творог, творожок, ряженка, кефир, боржоми и все такое я покупаю там. И особенно вот это, когда я еду откуда-то на поезде, голодненькая, беру вот это вот мороженое пломбир. Всем советую, которые живут в Европе, заходить в русские магазины, гречка и все такое. Так вот. Сегодня воскресенье, уже 2 часа после обеда. Я решила на обед не возвращаться домой. А походить еще. Чтобы быть стройной. Но, к сожалению, выходит здесь солнце. Мое мороженое, наверное, растает. Наверное, надо сперва съесть мороженое. Потом снимать воскресных пешеходов. Молодежь. Ой, какая вкуснятина это мороженое Софика. Вообще вот это вот шоколады, как-то он читается, веки или как-то читается, не знаю. Это очень вкусные шоколады и мороженое. Всем советую. Венки. Да-да, венки. Ой, вообще вышло солнце. Витамина D нужно женщинам, особенно детям тоже. 10 минут на солнце – это уже на целый день заряд витамина D. Так как через 2 дня будут 5 дней дождей, падая. Я решила воспользоваться этим прекрасным солнечным днем. Дождусь свою подругу, потом вернусь домой.
Но вот удивительно, сегодня элегантно, красиво одетых, модно одетых людей нету. По воскресеньям они, видимо, не ходят. Все модно одетые, стильно одетые люди, наверное, на море. Наслаждаются последним солнечным уикендом. А в Падуе приезжают все люди, которые живут в соседних деревнях. Ой, извините. Потому что им там скучно, и они приезжают походить немножко. В 3:30 после обеда по воскресеньям все магазины открываются, Падуя. И все приходят погулять. Я зимою не люблю, осенью и зимой не люблю ходить, выходить в воскресенье, в субботу-воскресенье в центре, потому что слишком много народу. Просто даже не пройти, не протолкнуться. Но сегодня, так как последний солнечный день, все на море 100%. Для воскресного дня почти никого нету. Кстати, вон то вон здание, это Педроки с другой стороны. И здесь вот еще университет Бо, который я показывала. Университет Бо – это один из первых университетов в Европе. С 1222 года существует. 20 лет назад я была внутри, как музей, я смотрела, так интересно, такой... Такая античная аула. Все такое старое. Это сколько лет назад? 900 лет назад или 800 лет назад получается? 1222 года, это получается 800 лет назад открылся этот университет. Представляете? Первые университеты в Европе открылись в Падуе и в Болонье, самые первые. Так что приезжайте учиться в университетах Падуе. Со всего мира сюда приезжают учиться, потому что здесь образование самое высшее такое. Считается одним из лучших образований. Нет, девчонки, я закрываю видео, потому что ничего интересного нету сегодня. Все так обыденно. Безвкусно. Единственное, сегодня прошла одна женщина преклонных лет с сумкой Hermes. Она шла почти с моей зоной. Мы шли почти параллельно. Она была с мужем. Вот она единственная интересная и стильная женщина была за весь сегодняшний день, который я встретила. Не потому, что у нее был Birkin Hermes, а потому, что она на самом деле была стильная. В одном из видео сегодняшнем она прошла с мужем. В центре, прямо вот здесь вот. Ну что ж, наступила жара, вышло солнышко, я такая в своем новом платье в стиле 70-х годов. Сейчас я вам покажу на зеркале, в зеркало. В зеркало. Все такая романтичная. Зеркало, конечно, кривое.
Всем желаю здоровья и добра. Слишком вышло солнце Виа Рома. Набрала я сегодня свое нужное количество витамина D. Особенно нужно женщинам после 50 лет, чтобы кости не были хрупкими. Всем чао-чао!